Направление сегодняшнего тренинга – «Моя функция». Городским волонтерам в течение нескольких часов рассказывали о ключевых навыках, которым они должны научиться, а затем и использовать в работе на мероприятиях Кубка Конфедерации. Трудиться же ребята будут в трех точках. Это центр неаккредитованной прессы, информационные палатки и так называемая «последняя миля», то есть непосредственно сам стадион «Фишт». Мы разбираем, как работать в команде, как правильно подавать слово, как правильно работать с болельщиками и гостями города. Ведь основная задача городских волонтеров – это показать гостеприимство города Сочи. Правил для волонтеров немало, но главное – никогда не отвечать на вопрос фразой «я не знаю». Я поняла, что волонтеры – это лицо города Сочи. От волонтеров многое зависит, и умение встречать гостей – это очень важно. Изначально была цель, чтобы найти новых друзей, чтобы познакомиться. И я узнала, что мне предоставится возможность улучшить навыки английского языка, получить какой-то опыт. Успех мероприятия зависит от слаженной работы всей команды волонтеров. Поэтому важно, чтобы каждый из ребят понимал и разделял миссию каждой функции, отмечают в оргкомитете ФИФА. Третий и последний этап обучения пройдет перед стартом Кубка Конфедерации в июне. Всего же город подготовит 1130 волонтеров.